Как вы измеряете, как каждому измерить свой духовный рост на индивидуальном уровне? Вам нужна линейка? Мы найдем вам линейку. Не беспокойтесь о своем духовном росте. Нет такой вещи, как духовный рост. Вопрос лишь в том, насколько вы открыты к нему, вот и все. Давайте не будем говорить о том, чего нет в вашем опыте. Потому что если я буду говорить о том, чего вы не испытывали, вы мне либо поверите, либо не поверите, не так ли? Вера не приблизит вас к нему, как и неверие. Поэтому давайте поговорим о том, что есть в вашем опыте. О состоянии. Состоянии разума, эмоций, тела. И давайте оставим энергии в покое, потому что они за пределами вашего опыта. Какое состояние вашего тела, разума и эмоций способно сделать вас более открытыми к жизни, чем сейчас? Скажите мне. Если вам грустно, вы становитесь более открытыми. Если вы напряжены, вы становитесь более открытыми. А если вы спокойны, вы становитесь более открытыми. А если вы счастливы? В каком состоянии вы становитесь более открытым для жизненного процесса? Если вы находитесь в максимальной радости, вы становитесь все более и более открытым ко всему вокруг. Не так ли? Прямо сейчас вы крайне счастливы. Кто-то подойдет и задаст вам глупый вопрос. Пустяки. Следующий подойдет и спросит еще что-то. Все в порядке. Потом еще кто-то подойдет и скажет что-то. Все в порядке. Вы находитесь в состоянии неудовлетворенности. Вы раздражены, разочарованы, сердиты, грустите о чем-то. Кто-то подойдет и попробует вам сказать что-то приятное. Взрыв. Да или нет? Даже для простых аспектов жизни вы более открыты, только когда вы находитесь в определенном состоянии принятия. Поэтому давайте измерять это по этому стандарту. Если в процессе дня вы становитесь более радостным, вы отмечаете это каждый день. Стал ли я сегодня более радостным по сравнению со вчерашним днем? Если вы записываете это и становитесь более и более радостным каждый день, и ваше лицо вместо такого медленно превращается в такое, это значит, что вы растете. Да, вы определенно прогрессируете. Потому что духовность не какая-то там ерунда. Речь идет о том, чтобы стать открытым для жизненного процесса в его полном объеме. Не только для тела или разума. Стать открытым для жизненного процесса во всей его полноте — это духовность. Друзья, я напоминаю, что еще больше новых видео вы можете увидеть, оформив подписку на Патреоне. Кроме того, это дает возможность смотреть новые видео раньше остальных. Делитесь этим видео со своими близкими, и до скорых встреч!